Ночью было минус 45. Сейчас. Сейчас посмотрим, сколько сейчас. Минус 35, блядь, заведется или нет. Ну, пробуем. О, да. Вот новый аккумулятор гелевый. Блять, жалко машину. Второй Lexus замерз. Обычно на нем в такую температуру. Как видать, завел около болтов. Машина завелась. Ошибка двигателя пила. Это у меня полетел датчик температуры наружного воздуха перед турбиной. Так, машина завелась с первой попытки. Опять слышны некие пропуски зажигания. То есть как будто все-таки неравномерно зажигается топливо в цилиндрах. Слегка шел белый дым. В принципе, он и продолжает идти. Все в порядке. Не сильно и воняет. Поехали. Так. Машина завелась. С одного оборота, я думаю. Машина завелась. Все в порядке. О, пошел запах солярки из выхлопа. Странно. Power steps work, that's a good sign. And glow plugs are heated. She doesn't sound happy, but she started. Everything's just rock hard. Thank you.
down. You know, it is possible that my fuel is gelled at this temp, because this is like really cold and I haven't started it. I gave it a little bit of gas that time and it started right up. What's our oil pressure at? Way up there. Running a little rough. It's a funny thing though, no exhaust. No exhaust, no smoke coming out of my exhaust. I don't know if he's running, that's for sure.